смотрела снизу вверх, оттуда, где дрожит тело, где оголенный провод синтетического мира. По городу идут тени, у которых меньше мыслей, чем стоят себе стены. Они повсюду пропитаны штампом, образы сливаются с матовым асфальтом. Стоп, о-о, теперь я буду набирать скорость, разойдитесь тени, это ёлка на всю громкость. Бью стекло, я резонируя по нервам, а те, кто остался и ушел, ослеплю светом. Распахну свое сердце настежь, от тревог и сомнений очищу. Вдохну истину вместо фальши, радость выдохну вместо корысти. Станет душа моя просторным домом, без стен, полов, потолков. Не сжечь его, не вскрыть лому, он открыт, ни дверей, ни замков. Пусть горит там, как в храме, лампадка, маяком для тех, кто во тьме. Им своей доброты было жалко, впрочем, как и тебе и мне. А сейчас я хочу, чтобы сердце, расширяя свой небосвод, поместило в себя вселенную, вечных душ неземной хоровод. И пускай закружатся в танце птицы, духи, планеты, люди. Вы пришли сюда наслаждаться, улыбайтесь, свободны будя. Нет в безмерном доме гостей непрошенных, и никто не пришел напрасно. В мире нет ни плохих, ни хороших, я счастливый и несчастный. Доброе утро, мир, я верю, меня слышно. И мне есть что сказать, и мне есть что сказать. Мы все суетимся и бежим, закладывая виражи, и перестали мечтать. Давай лишь не достанем из сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто. И в каждое мгновенье реки могут поменять течение. Счастливый твой билет, в домах зажжется свет, и ты откроешь двери для всех, кто ждет и верит. Давай лишь не достанем из сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто, поверь. Давай вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так. Посмотри, посмотри вокруг. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри.
посмотри вокруг. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Друзья, а вы знаете, кто я? Да, это точно! Я самый главный укротитель библиотек Ленинского муниципального района! А вы любите читать? Не слышу! И я тоже люблю читать разные книжки, разные-разные. Но самое главное, чтобы вы почаще читали добрые книжки. Сейчас я загадаю вам загадку, будете отвечать? Загадка про добрые слова. Дядя Саша огорчен, рассказал он вот о чем. Видел Настю Октябренка я на улице сейчас. Настя добрая девчонка, Настя ходит в первый класс. Но представьте, зря от Насти шла злоба. Какое слово? Простите. Извините. Здрасте. Здрасте, все вместе повторите. Здрасте. А слово-то какое? Очень дорогое. Встретил Витю я соседа. Встреча грустная была. На меня он как торпеда налетел из-за угла. Но представьте, зря от Вити ждал я слова. А слово-то какое? Очень дорогое. Похлопали себе ребята. А еще ручки вверх подняли. И дружно похлопали. А вы знаете, сегодня мы отмечаем праздник закрытия недели детской книги. Я для вас приготовил много книг. Мы будем с вами читать приключения, добрые книжки про нас, про Россию, про все, про все. А где книжки? Куда они все подевались? Не знаете? Все. Все. Самый лучший в мире Карлсон больше не будет читать, потому что все-все перепуталось. Что делать? Как быть? Я совершенно не знаю. Ну что же делать? Что же делать? Может быть, кто-то поможет? Ларисочка, куда мы с тобой попали? Привет! Шпакляк! Ты чего пришла? Опять праздник нам портить? У нас и так расстройство. Ой, праздник, праздник! Что это за праздник тут у вас такой? А мы празднуем закрытие недели детской книги, потому что все дети любят читать, любите? Фу, эти книжки такие чистенькие, красивенькие, да, наверное, такие с яркими картинками. Фу, гадость какая! Нет, это не гадость, это книжки, потому что мы любим их читать. Только все книжки куда-то улетучились, а буквы все перепутались. Какие вы книжки умеете-то читать? Фу! Я вот, например, начинаю читать. Ой-ой-ой, вот тут читаю, уже забываю, что там в начале читала. А потом, например, эти главные-то герои. Да кто же их вообще-то может упомнить? Шапокляк, знаешь что? Не порт нам праздник. Иди лучше отсюда, восвояси. Мы будем искать наши книги. Правда, ребята? Да! А ты... Ой, книги, книги. Вот эти там, вот эти сидят, да? Грязные такие все они. Фу, такие невоспитанные.
воспитаны, они будут книги искать. Они чистые, они воспитанные, они порядочные и они начитанные. И вообще, иди отсюда! Нетушки-нетушки, я так думаю, все равно там есть, наверное, грязнули всякие, кляксы любят оставлять в книжках. Я, наверное, им предлагаю поиграть в игру. В игру? Стирка называется. Дети, вы любите стирать? А вы будете стирать вместе со мной? Ну что, тогда начинаем. Я вам буду показывать движение, а вы за мной повторяете. Ларисочка моя хорошая, посиди, посиди, моя красавица, посиди. Так, моя. Ребята, давайте покажем Шапокляк, что мы тоже умеем играть. А ну-ка встаньте все со своих мест. Вставайте, вставайте. Встаем все вместе. Вставайте все, 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 ребята, все, все, все. Молодцы, вот какие молодцы. Ну что, начинаем? Да! Водичка льется! Начинаем стирать! Значит, кто самый упитанный, самый воспитанный, самый лучший поглотитель кульков конфет, банк варенья, персонаж, как его зовут? Вот видишь, они все знают, иди отсюда, ищи буквы, собирай книжки и вообще побольше читай, Шапокляк. Книжки, книжки, не люблю я ваши книжки и вам не дам читать ваши книжки. Я все заколдую, все буквы заколдую, ничего не найдете. Абракадабра! Эх, ребята, ребята, что же теперь делать? Теперь наш мир будет совершенно неинтересным. Ведь чем больше ты читаешь, тем больше, красочней, интересней становится наш мир. И вся планета зацветает от этого прекрасного чтения. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Так, проходи, о, девочка, я тебе помогу. Проходи. Так. Опа. О, привет, ребятишки. Привет, 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 привет. Вы хорошо себя ведете? Хорошо, молодцы. Так, девочка, проходи, проходи, проходи. Я тут знаю, я в библиотеке бываю. Крылысончик, крылысончик, дорогой. Здравствуйте, здравствуйте, мадам. Крылысончик, а ты бы не мог мне дать журнал под названием «Работница»? У тебя же самые свежие выпуски всегда есть. Ну? Здравствуй, Карлсон.
А мне, пожалуйста, любимые стихи Александра Сергеевича Пушкина. У него все есть. Ой-ой-ой. Крылысочек, не реви. Что же делать? Что же делать? У нас произошло ЧП. Какой ЧП? У нас пропали все книги и все буквы перепутались. Крылесончик, крылесончик, ну что же творится-то, а? Безобразие. Так. Фрекенбок, ну придумай что-нибудь. Все, Фрекенбок пришла, Фрекенбок придумала, сейчас все сделаем. Итак, ну-ка, ребятишки, детишки, ну-ка покажите мне левую ручку. Есть левая ручка, отлично. Теперь правую ручку. Вот, все, крылесочек, учись. Сейчас мы найдем буковки. Итак, вот так спрятались, чтобы я вас не видела. Ну-ка, спрятались. Молодцы. И вот так вот в правую сторону ручки и говорим. Ку-ку, буковка. Ку-ку, буковка. Ну-ка, дружнее, еще раз. Ку-ку, буковка. А теперь другую сторону ручки и еще раз. Ку-ку, буковка. Молодцы. А теперь вниз ручки, 3-4. Ку-ку, буковка. А теперь наверх ручки, 3-4. Ку-ку, буковка. Молодцы. А теперь мы в домике и говорим. Ку-ку, буковка. Запомнили? Запомнили. Итак, ну-ка давайте повторим, как мы говорим. Ку-ку, буковка, 3-4. Все вместе. Ну-ка. Нужно громче. Громче, да? Еще раз. 3-4. А теперь ручки приготовили и быстренько поехали. 3-4. Оп, ку-ку, буковка. Еще раз. Ку-ку, буковка. Теперь ручки вниз. Ку-ку, буковка. Молодцы. Теперь наверх. Ку-ку, буковка. Теперь в домике. Ку-ку, буковка. А теперь быстро, быстро, быстро. Готовы? 3-4. Ку-ку, буковка. Отлично. Ку-ку, буковка. Отлично. Ку-ку, буковка. Отлично. Наверх. Ку-ку, буковка. Отлично. И в домике громко-громко. Ку-ку, буковка. Вот, вот. Молодцы. Так. Молодцы. Молодцы, ребята. Что-то я подустала прям. Фрекенбок, а что-то буковки-то у нас не появились в книжках. Ну, не смогла. А я знаю. Я знаю, как нам раскладывать буквы. Как? Нам нужно все вместе дружно, только всем ребятам в зале, дать клятву верности книге. Клятву. Молодец, девчонка. Клятву верности книге. Да-да. Тогда, ребята, на клятву нужно всем встать и руку положить к сердцу. Приготовились, встаем, 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 встаем. Очень, очень серьезно, очень серьезно. Давайте. И громко говорить «клянусь». 3-4 сказали «клянусь». «Клянусь». Нет, еще дружнее. «Клянусь». Я читатель навеки. Законы все помнить. «Клянусь». Громче, громче, ребята. Книги пачкать и ради потехи трепать их не буду. «Клянусь». Другом книги теперь назовусь, книгу любить клянусь, клянусь, клянусь. Конечно, все книги появятся. Присаживайтесь, ребята. Браво. Похлопайте себе, похлопайте дружно. Браво. Ну как, какие умнички, какие молодцы. Ну это же просто загляденье. Ой, крылесончик. Ну что же? Внимание! 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 Дорогие друзья! Начинаем торжественный парад! Встречаем учащихся средних общеобразовательных школ Ленинского муниципального района! Аплодисменты, ребята! Грустнее! И
давайте помашем ручками нашим друзьям. Найдите своих друзей. Вот, вот они. А теперь давайте покричим нашим друзьям. 3-4, привет! Привет! Вот, молодцы, ребятишки, молодцы. А еще поздравляем! Поздравляем! Исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района Олег Владимирович Хромов. Приветствуем дружно, ребята! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые родители и педагоги! Сегодня мы подводим итоги недели детской книги, которая традиционно в дни весенних каникул проходит по всей нашей стране, в том числе и в нашем замечательном Ленинском муниципальном районе. Сегодня мы отмечаем праздник книги, а следовательно, сегодня мы чествуем писателей, читателей, издателей, художников-иллюстраторов и, конечно же, библиотекарей. Я хотел бы сегодня сказать, что совершенно недавно, 2 дня назад, мы отметили юбилей самой старой библиотеки на территории нашего района. Ей исполнилось аж 95 лет. Это библиотека в Горках Ленинских. Давайте отдельно поаплодируем нашим библиотекарям. Эта библиотека старше нашего района аж на 10 лет. Конечно, это очень большое событие в жизни каждого из нас. И книга для каждого является открытием и дорогой в страну знаний. А вы знаете, ребята, когда появился этот праздник? Он появился в далеком 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны. И не странно, что сейчас мы с вами смотрели экспозицию, в которой огромное количество ваших работ, поделок посвящено именно тем трагическим событиям. Ведь в этом году мы с вами отмечаем 70-летие Великой Победы. И я хотел бы, чтобы мы поаплодировали нашим замечательным ветеранам. Этот праздник подарил нам детский писатель Лев Косиль, который назвал его когда-то «Книжкины именины». И вот уже более 70 лет мы с вами отмечаем этот замечательный праздник, который у нас вылился сейчас в неделю детской книги. Мне хотелось бы пожелать вам, ребята, чтобы вы никогда не останавливались на достигнутом, чтобы вы больше читали и читали. Ведь поверьте, никакой гаджет не заменит хорошую книгу, хорошие иллюстрации и шуршащие странички знаний. Я всех вас поздравляю с праздником. Желаю вам счастья, здоровья и, конечно же, чтобы книга всегда была вашим добрым, хорошим товарищем. С праздником! Солистка вокального коллектива «Октава» Ксения Королюк. Ваши аплодисменты. Она воспитанница Центра культуры поселка совхоза имени Ленина, руководитель Виктор Шумков. И еще бурные аплодисменты. Давайте она встречать. Очень маленькая, очень юная, но очень талантливая. Встречаем! Ксения Королюк! Ой, сейчас такое будет. Такая умничка. Азат в мире взрослых тайн. У меня была своя детская мечта. Улыбнулась мама мне, за руку взяла. Научила песенку, что в жизни помогла. Что манит птицу? Высота, высота, крылом снится. Глубина, глубина, все у
аплодисменты! Еще дружнее! Поклонись! А так! Ну, проводим аплодисменты, Миксей! Артистка, артистка! Ну что ж, дорогие друзья, а мы объявляем номинацию «Самое читающее образовательное учреждение». Церемонию награждения продолжает исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района Олег Владимирович Хромов. Дорогие друзья, гран-при конкурса получает 2-й В-класс Развилковской школы. Классный руководитель Чугина Ирина Владимировна. 2-й В-класс. 2-й Г-класс. Давайте, давайте поаплодируем. 2-й Г-класс Развилковской школы. Аплодисменты. Чугина Ирина Владимировна. 2-й Г-класс Развилковской школы. Что же, подборные аплодисменты. Зрители, мы провожаем всех участников парада на места. Встречайте солиста вокальной студии «Жаворонок» Владислав Сметанин, Центр детского творчества «Импульс», руководитель Лидия Карабаш. Ваши аплодисменты. Как мы артистов встречаем, ребятки? Еще дружнее. Вот это вот, воспитали мы их. А может, в цирке местном, став клоуном известным, тебя заметив в зале, небрежно поклонюсь. Вот тогда ты пожалеешь Кулакова, что мне ранец свой носить не доверяла, что за партию одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала. Что за партию одной ты сидела не со мной и так много. Тогда ты пожалеешь Кулакова, что мне ранец твой носить не доверяла, что за партию одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала, что за партию одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала. Какой молодец. Yes. Да, что-то вы ему тихо аплодировали, я не слышал там сгулять. Встречаем студию спортивного танца «Энергия» Центра детского творчества «Импульс». Руководитель Наталья Иванова и
Умнички, какие же умнички. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Put my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Down, down, po-po, shut us down. Don't stop, make it.